Здравствуйте, меня зовут Оксана Киселева, мне 55 лет, рост 165 сантиметров. Я актриса Академического Московского театра имени Владимира Маяковского. Служу в этом театре с 2000 года, уже 23 сезона. Я закончила музыкальное училище имени Римского-Корсакова в городе Ленинграде. Училась я с 87 по 92 год на отделении актера музыкального театра. Я неплохо пою, думаю, что очень хорошо пою, поскольку являюсь лауреатом международного телевизионного конкурса «Романсиада». Я пела в таких залах, как «Колонный зал Дома Союзов», я пела в консерватории, я пела в филармонии, я пела в Кремлевском дворце съездов, и у меня есть своя романсовая программа, которую я представляю в театре на малой сцене. Это называется «Маленькие вечера». И у нас как бы каждый актер может представить себя в этой программе. 4 года я проработала в Смоленском драматическом театре, где я сыграла несколько главных ролей. Одна достаточно для меня такая значимая роль – это Кармен. В театре Маяковского я играю главные роли в спектаклях «Не все коту масленица» Островского, «На бойком месте» Александр Николаевич Островский, «В женитьбе» у меня небольшая, но хорошая, замечательная роль Дуняши. И сейчас перехожу на роль Арины Пантелеймоновны «Тетушки», поскольку возраст позволяет. Что могу еще о себе сказать? Кино, главных ролей не было, были эпизоды, но я могу сказать, что очень разноплановые, поскольку я могу быть и смешной, и серьезной. Мне так кажется, что могу. Вот, собственно, все.